В продолжение рождественской эстонской темы предлагаем посетить замечательное и необычное место – остров Саарима, его столицу Куресаари. Если вам взбредет в голову добраться до самого большого острова в Эстонии Саарима, то сделать это вы сможете только на пароме. С соседним островом Муху он соединен дамбой через пролив. На территории Саарима нет ни одного завода или фабрики. Это большой заповедник, в котором правда что-то все-таки производит. В столице острова и уезда, городе Куресаари, живут 16 тысяч человек. Главная достопримечательность этого места – замок XIV века, наиболее хорошо сохранившаяся в странах Балтии средневековая крепость. В летнее время здесь проводят концерты, ремесленные ярмарки и музыкальные фестивали. Центр Куресаари застроен деревянными домами XIX века с аккуратными башенками. Напротив городской ратуши, построенная в 1663 году в Ажне. Единственное здание в стиле барокко на территории Эстонии. Замок Оренсбург или крепость Куресаари – средневековая резиденция эзельских епископов, расположенная в современных границах города Куресаари на эстонском острове Саарима, ранее известном как Эзель. Крепость была выстроена тевтонскими рыцарями после восстания в 1345 году.
Посетив территорию замка, мы как бы слегка соприкоснулись с событиями тех далеких дней. Летом здесь наверняка красивее, но и многолюднее. Зимой замок выглядит надменным и от этого еще более неприступным.